Около 60 псковских десантников отказались от участия в военных действиях в Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская губерния». Некоторым из военнослужащих угрожают уголовными делами. Десантники, о которых идет речь, воевали в Украине с самого начала вторжения российских войск на территории этой страны. Затем их вывели в соседнюю Беларусь, после чего вернули Псков для перегруппировки. Уже там десятки военных отказались от новой командировки в Украину. По каким именно причинам, не уточняется. Ранее сообщалось об отказе воевать в Украине кубанских нацгвардейцев и ОМОНовцев из Хакасии.